Всем привет! Всем доброе утро! Встала. Сутричка, думаю, что тут кастрюлька стоит. О, горячая. Что тут? Думаю, господи, где свет-то? Компотику наварил. Бродит по ночам-то, не спит. Наварил компотику горячий. Ребята, у меня болит зуб. Даже болит не один, а болит два. Нижний и верхний. Один сломан у меня, верхний надо удалять. А второй, ну, тоже давно его нужно удалять. Зуб мудрости, рядом с ним зуб вылечен. Уж лечила я полгода назад. Она мне сразу сказала, говорит, рядом удаляйте зубчик, потому что ничего с ним не сделали. Он мудрости, там под самый корень уже все, в общем, там снимок сделали. Там уже ничего не сделаешь. Ой, боюсь. Вчера с вечера заболели, заныли. Таблетку приняла на ночь, конечно. Ночь проспала. Сегодня сидеть не дает. Даже языком больно трогать. Надо вот идти удалять. И я очень-очень боюсь. Я так боюсь удалять зубы. Это просто для меня... Ой, такой просто ужас. Такой просто страх. Не знаю. А надо все равно идти заболеть. Ведь любая боль, конечно, плохо. Но зубная, мне кажется, страшнее всего. Ой, не знаю, как сподобиться. Варю кашку себе. Мы поедем сегодня. До банка нужно нам доехать. Вот. Поэтому 9 часам там договорились встретиться с Юлей. Поэтому рано. На 6 будильник у меня был заведен, но встала я в 5. Потому что пойдем сейчас пораньше. Нужно машину почистить. Сколько дней машина стоит. Не чищено времени, это уже 6 часов, вот я уже час шарахаюсь, брожу-хожу, да. Почистить машинку надо. И поедем, съездим. Сейчас соберу Юле кое-чего тут. Котлетки положу, да, запеканочку положу. Котлеточки застыли, достала. Сейчас Юле положу. 4 штучки сказала, больше говорит, не надо, Вика, не ест у нас рыбного. Ну, кроме селедки там соленой. Запеканочку положила вот. Запеканочку положила им глоточек. Соус налила сметаны, девчонка. Котлетки немножко отойдут, тоже положу в лоточек. Ой, лимоны еще надо. Лимоны еще надо, не забыть. Еще лимоны, боже мой, еще лимоны. Где они у меня? О, аллерген-то наш. Наготовлено у меня. Сейчас мы не едим. Я убрала, потому что, ну, выставляла уже в влоге, что палочка у меня аллергия, так я не думаю. Это тоже девчонкам уведу. Я уже готова, собралась. Палыч копается еще, только встал. Хотела уж будить, сам проснулся. Сейчас пойду красотку нашу заводить. Красотку нашу пойду заводить. На улице 10 градусов вроде бы. Архангельск показывает. Что-то я выглянула, мне кажется, прохладней. На градусники еще не смотрела. Сейчас пойду на градусники посмотрю. Все в снегу, все в снегу. Вот такой вот слой снега на машине. Посмотрите, что творится. Ну, такой пушистенький он. Такой легонький. А посмотрите, что творится. Посмотрите, ребята. Завалило нас все, говорят, завалило. Смотрите, что делается. Ужас. Ну, на улице очень хорошо. 7 градусов, по-моему. Вообще. Так тепло, так прекрасно. Ой, как здорово на улице. Дышится. Ой, хорошо. Вся в снегу, вся, вот смотрите, какой пушист, пушку нападало опять, все. Все опять нападало. Я думала, не очистить машину-то. Легко все очищается. Все легко. Ой, ладно, буду чистить. Приехали с орехами. Вот он банк.
Банк. Ну, банк. Понятно. Будем Юлю ждать. Юлюшка подъехала. Пошла в Магнит по делам по своим. Пошла. Документы понесла. Люлюшка, Люлюшка, малюлюшка. Блин, приехали. Банк с 10, Юля пришла, посмотрела. А мы приехали вообще 8. Сидим уже целый час. Время только 9 часов еще. Там вроде женщина в очереди сидит. Пойду займу очередь хоть, ё-моё, целый час еще сидеть. Ё-моё. Чтобы это посмотреть, узнать, без сколько... как со скольки сейчас. Делаю на морде, пойду очередь займу. Говорит, женщина уже сидит. Так. Ну, с 10, конечно... Посмотрели, все банки работают с 10. Юля, вам посмотрела по интернету. А этот банк написано, да, в этом, в интернете. Работает круглосуточно. Я говорю, наверное, банкоматы круглосуточно-то работают. Вот целый час еще будем сидеть, ждать. Пошла прогуляться. Надоело в машине сидеть. Банки там, Юля сидит, очередь заняли. Там уже мужчина впереди нас. Вот такие дома, смотрите, какие красивые дома на набережной у нас выстроены. Что тут за дома? Кто тут проживает? Обалдеть! Такая красота! Вот храм наш там вдалеке. Ну как вдалеке? Не вдалеке, рядышком. Такой еще не работает, по-моему. Он еще огорожен забором. Так еще, наверное, не все сделано, не все отделано. Уже сколько лет его строят, строят, строят. А, вышла подышать. Пройтись, пройтись. Вот тоже тут отель и банк. Вот где мы сидим, ждем, тоже вот понастроили. Всяких разных, безобразных. Пойду пройдусь. Детская площадка, значит, это жилые дома. Вон речка наша, вон пароходики стоят. Это вот наша речечка. Речечка наша. Двина. Шинёшки все крутые стоят, не стала снимать. Она тут крутышня живет в этих домах. Теплоходики стоят. На приколе. Там корабли вон дальше. Чушка замерзшая. На улицу? Ну все. Ну давай, ага. Банк. Банк сидим, пошел дедушка деньги получать. Какое снежище-то поварил, ребята, вообще. Это что-то с чем-то. Посмотри, что творится. Хлопья летят. Ой-ой-ой. Завалило нас, завалило. Ужас. Пока были в банке, замело нас, занесло стекло. Вот только сейчас щетками махнул. Ужас, что творится. Такой прямо идет, как будто пух летит. Ну, снег. Наш железнодорожный мостик. Ничего не видно, низги снегом все завалило. Ой, в Крыму все в дыму, ничего не видно. Мен опять произошел. Я увезла девчонкам там. Ну, снимала, чего увезла. А они тут, она чего-то, тут, а тут чего такое? Господи, венок, что ли, который я им давала? А, ну да. Венок, который я им давала. А что они оставили себе? Может, что куда понадобится? Веночек-то. Ну ладно. А тут чего, дочь нам? Во, торт. Который своедельный делали тортик. Отправила. А тут креветки. Килограммовые креветочки.
Вкусняха. Ай, вкусняха. Снова обещанное дополнение моим влогом, мои стихи. Притча называется «Притча о сущности», написана 4 сентября 2010 года. Заспорили два мыльных пузыря о жизни и своем предназначении. Я появился от мытья богемского стекла. Мои бока сияют золотом от ферри. Ты ж выбрался из мыла при помывке грязных рук. И лоска нет, бока твои мутны и непрозрачны. Так знай же свое место, милый друг, присутствием своим меня ты не испачкай. Внезапно легкий ветер налетел порывом, а пузыри все спорили, не чувствуя беды. Вдруг оба пузыря взорвались мыльным взрывом, разбрызгавшись на капли мелкие простой воды. Мораль. Кто б ни был ты, магнат или нищий, раб лампы или важный господин, ты банком управляешь или руду ты в шахте ищешь, ты никогда не забывай, что жизненный финал всегда один. Спасибо за внимание.